Друзья, всем привет! Хочу с вами поделиться вот такой красотой. Мы сейчас направляемся в населенный пункт, который называется Архыз. Сейчас заехали в одно интересное место. Я сначала для вас вот такую красоту покажу. А потом переключусь на другой ракурс. Я, правда, не знаю внизу, какой населенный пункт это. Но очень интересно. Вот такая красота. А за моей спиной сейчас вы увидите очень интересный объект. Вот такой вот замечательный телескоп. Расположен у нас по дороге в Архыз. Это у нас научная обсерватория. Одна из крупнейших в Европе. Ждем сейчас экскурсию на нее. Можно снимать? Снимать? Да, можно снимать. Здесь а вас? Можно. А вас? Можно и меня снимать, как я рассказываю. Да, да, да. На антенну полезем, нельзя будет раз снимать. Понятно, да. Вот, значит, Институт прикладной астрономии. В его состав входят 4 обсерватории. 3 по составу оборудования. Они похожи, идентичны. Это обсерватория Зеленчукская в Карачаево-Черкесии, где мы с вами сейчас находимся. Обсерватория Светлая. Это Ленобласть, северо-западнее от города Санкт-Петербург. Обсерватория Бадары. Это Республика Бурятия. Также 4-я обсерватория недавно присоединилась к нашему институту. Это Дальневосточная Уссурийская обсерватория наблюдения за Солнцем. Она пока в своем составе имеет инструменты наблюдения за Солнцем. В дальнейшем наш институт планирует строительство одного, возможно, двух таких малых телескопов там, чтобы они вошли в состав вот именно сети РСДБ наблюдений, радионаблюдения со сверхдлинными базами. Вот, значит, деятельность института – это обеспечение средств навигации. То есть мы обеспечиваем нашу национальную систему ГЛОНАСС, параметры вращения Земли. То есть телескоп наблюдает так называемый квазар. В буквальном переводе это звездоподобно. Ну, то есть в небесной системе координат для нас она видна как звезда. На самом деле это активные ядра отдаленных галактик. То есть это такие черные дыры, вокруг которых имеется аккреционный диск, как раз тот, который является источником света и радиоизлучения. Вот. То есть их там сотни, относительно этих квазаров телескоп выстраивает сетку координат. Относительно этой сетки координат определяются параметры вращения Земли. То есть Земля вращается вокруг Солнца, Земля вращается вокруг своей оси, и ось имеет определенные подвижки. Вот, вот эти параметры вращения Земли, они определяются и передаются службе навигации. По итогу это все вытекает в геолокацию. То есть ошибка в определении местоположения, она уменьшается. Вот. Также это космическая геодезия. Все мы знаем, да, что земная кора состоит из тектонических плит, и эти тектонические плиты имеют свойство двигаться. Соответственно, то есть обсерватории же на этих тектонических плитах, они находятся неподвижно. Относительно этой сетки координат определяется смещение тектонических плит, соответственно, есть возможность определения, ну, прогнозирования землетрясений и цунами. Это вот космическая геодезия. Одно из направлений, и такое мое самое любимое, это противоастероидная защита Земли. То есть ведется мониторинг объектов нашей звездной системы, вот, оптическими станциями слежения. Если такие объекты определяются, то происходит потом облучение радиолокатором, переотраженный сигнал принимается нашими телескопами, и с вероятностью на 95% определяется физический состав исследуемого объекта, траектория его движения. Если данный объект представляет опасность для нашей с вами планеты, то принимается решение о смещении его с траектории движения, либо вплоть до уничтожения. Ну, все помнят фильм с Брюсом Уиллисом «Армагеддон». Все смотрели его. Да, для нас это когда-то казалось фантастикой, но на самом деле человечество не может исключить возможности поражения нашей с вами планеты такими объектами. Поэтому была создана вот эта вот служба. Вот. Глянь, поехали колесики. Телескоп поворачивается.
кошмар стал. Жутковато, да, Маша? Я чувствую, что вышел. А то тормози. Привет, лунатики! Как в фантастическом фильме, да? Ага. Так ты глянь, оно сюда выравнивается. Ну так он специально сделал. Ага. 4, он еще вверху. Так там еще, посмотри, между ними, или это заклепки, наверное? Нет. А может, они тоже? В горизонт поставили ее. Смотрите, какая получается маленькая диаметр основного зеркала 32 метра. Она сделана по так называемой двухзеркальной схеме. Принимаемый сигнал первичным зеркалом, вот 32-метровым, он переотражается на вторичное зеркало, вот на четырех стойках. Это так называемый контррефлектор. Он позиционируется в четырех плоскостях, ну то есть переводится. В зависимости от типа наблюдений, фокусируемый сигнал передается в один из рупоров радиоприемных устройств. То есть вторичное зеркало контррефлектора, он поворачивается. Вот сейчас, если видно, один защитный кожух снят такой желтоватого света, да, радиопрозрачный пенопласт. Вот. И как бы мы открываем другой рупор и контррефлектором переводим туда сигнал. А перед вами малый телескоп, он сейчас в рабочем состоянии. В зенит его вывели. А вот круглый шарик — это лазерный дальномер. Перешли к малому телескопу. Он сейчас работает. Поставили его в зенит. Надеемся, что сейчас нам еще что-нибудь интересное расскажут. К сожалению, много что рассказали. Нельзя выкладывать в сеть. Это рещи, да. Да, это пари еще прям крутятся. И сейчас луч такой. Карусели. Бедные ласточки, нету им покоя. А? Интересно? Можно покататься на них, да? На карусели. Вижу, вижу, распугали. Вот они, видишь ли там? Это спутниковый интернет советского производства, разработки. То есть получается так, те массивы информации, которые мы здесь получали, предполагалось передавать посредством спутникового канала. Вот. Но в 90-х годах это стало дорого, нерентабельно, и мы от него отказались. Некоторое время мы использовали почтовое отправление дисковыми модулями. Вот. Но позже получили распространение оптоволоконной линии связи. До каждой обсерватории был прокинут такой канал, и теперь вся эта информация в режиме реального времени передается в коллективный центр обработки. Вот. Но агрегат остался на балансе. Ну, то есть, что его делать? Его ж не выкинешь. Ну, вот, да. Поэтому было принято решение о переоборудовании данной станции в одной из обсерваторий, обсерватории Светлой, под радиотелескоп. Нашими инженерами были разработаны приемники, системы приема сигналов. Вот, и переоборудован, ну, получился малый телескоп РТ-4. Проведена серия наблюдений, доказана его эффективность. То есть, сам он в сферу того, что он маленький, у него не хватает, будем так сказать, точности наблюдений, да, он сам не может наблюдать. Но большой телескоп, работая с малым с цепки, определяет вот эту сетку координат. Когда была доказана эффективность его работы, было принято решение о разработке передвижной станции контейнерного типа на автомашинах. В ближайшем будущем мы такой агрегат можем разместить в любой точке мира. И я очень сильно ведутся разговоры, что, скорее всего, будут переправлять его на Кубу. На Кубу? Да, мы с Кубой дружим. Да.
Куба, любовь моя. Да, серьезно. Наши специалисты, уже часть оборудования нашего там есть. Так что так. Молодцы.